Зловоние и груды мусора – все это осталось в прошлом, делится жительница Каменки Зоря Халиляева. Рекультивация мусорного полигона завершается. А когда существовала эта свалка, было неприятные запахи, и пыль, еще вот это пакеты летали, всякие мусоры валялись везде. А сейчас, Аллаха шкур, все хорошо. Рекультивация началась 2 года назад и ведется по графику. Подрядчик на 95% выполнил работы по формированию тела полигона. Ну, нам необходимо завершить газоотведение, необходимо завершить саму рекультивацию, защитный экран. Значит, и водоотведение. На объекте уже выполнили укладку бентонитовых и дренажных матов. Этими материалами накрыли груду мусора, которая собиралась на полигоне годами. Сейчас готовят почву для устройства газона. 4 миллиона кубов мусора накрыли синтетическим материалом. Сверху уложили песчаный слой толщиной 50 сантиметров. Далее маты из бентонитового порошка. При попадании воды здесь образуется глиняный замок, который не даст ей просачиваться внутрь свалочных масс. Из выделенных средств освоено около 600 миллионов рублей. На объекте задействовано 20 рабочих и около 40 единиц техники. Так, на данном участке мы ведем работы по устройству инженерных сетей. Для того, чтобы в дальнейшем все вещества, которые находятся в теле полигона, собирались в инженерные сети и отводились на станцию обработки всех этих грязных веществ. Работы планируют завершить до конца года. После отвода газа и воды территория полигона будет использоваться как рекреационная зона. Лянуза Бурситова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».